Многих из этих гонщиков мы знаем в лицо, по именам. Ведь болельщики, они все знают. Сегодня у нас в Калинине праздник. На 5-м традиционном мотокроссе мы встретили спортсменов из Новгородской, Ивановской, Владимирской и других областей Российской Федерации. Болельщики мы особые. У нас нет ни трибун, ни крыши над головой. И все равно мы идем на эти холмы и в дождь, и в ветер. Нас влечет сюда скорость, мужество и мастерство гонщиков. И сегодня от трассы не оторвать глаз. А вот и победитель на машине класса 175 кубических сантиметров. Это Костромит Чистяков. Но интереснее всего следить за поединком гонщиков на машинах класса 350 кубических сантиметров. Удача сопутствовала Уздину, мастеру спорта из Ярославля. Мы, болельщики, получили большое удовольствие, а общекомандное первенство досталось владимирцам.